Привет, дорогие зрители, это Леонард здесь, и сегодня мы играем в Blacklight Retribution. Одно из моих самых любимых мультиплеерных игр. Я никогда не говорил, что я хорошо в эту игру играю. О, бой, это будет весело. Давайте попробуем другую пушку. Нет, наш. О, не запали. Отлично. Так, пробуем еще раз. Поскольку у вас всегда есть инструмент, чтобы увидеть, если он стоит рядом с вами. Но это не значит, что вас не сможет убить. Да. Как всегда уйти, как всегда получается. О, вот я. А, бла-бла-бла! Пока не везет. Ну, сам чё. Зачем? Time travel. Oh no, wait. God damn, how bad I am. Oh dear. Не повезло. Fuck, oh, the fuck. Oh, where's my Zuko? Where's it? Ah, what the? Привет. Так, просто он это надо занять. Забыли. Так, тебе надо попробовать тебя захватить. Где же находится? А-оу. О, нет. Опа. Меня гораздо осипели, и я когда я смог увидеть, это мой просто три парня было из другой команды. Мне вообще трудно говорить и концентрироваться одновременно. О! Есть! О! И головы нету. Так. Я смогу тут пролезть? Нет? Нет, я слишком просто. Вот, смогу. Отлично. И меня больше костюма нету. Надо.
Пайгон. Хорошо, так. Не меньше всего. Меня... Он тоже меня убил. Меня убил. Я убил. Гранат! А, тут эндрот. А вот он. Ну, хаусет. А, хейт этот гай. Так, я просто не знаю. Не безопасно, но... Нет, может, нет. Можно бросить? Может, нет. Знаете тех парней, которые вы всегда убиваете в шутах? Я, скорее всего, один из них. Тактика. Быть ламбо, как всегда, не работает. Плэм пловел. Ебан. А, это дебон. Оп, оп, оп. Ножом резать. Удачи с этим. Оп. Come in kill. God damn, I actually killed somebody. That's my kill. Nope. That's my flamethrower. That's my goddamn flamethrower. Nope. It's good. Окей. Ей! Виктори. Помню, один раз я был даже в первой тройке. Только один раз. Ау. Ну... Тоже. Ха. Помню, хуже до этого не было, так. Потому что я думаю, этого, наверное, хватит. Ну что ж, это был Реанаут. Всем удачного дня и пока. Если вам интересно, почему я ее записываю, это в связи с тем, что я сейчас вожусь по ступени в университет. И поэтому у меня нет особо времени записывать большие игры. Я решил, поэтому, ну, мне не хотелось оставить вообще без ничего в ближайшее время, поэтому я решил, ну, хоть что-то записать. И я решил, что, наверное, будет весело посмотреть пару раундов, как я играю. Так, да. Может, я даже это смонтирую вместе. Ну, мы посмотрим. Ладно. А, наверное, не буду вам ничего объяснять, тут вам скучно будет. Давайте-ка сразу приступим к интересам. Так.